Муж в командировке, у жены любовник, и жена так страшно волнуется, что сейчас муж придет, ходит, волнуется. О, сейчас муж придет. О, сейчас муж придет. Любовник говорит: главное, что ты дергайся, пока туда-сюда. В любую минуту придет. В любую. Он говорит: ну что ты? Придет, я сразу раз в окно выскочу, и все. Она говорит: ты с ума сошел? Какое окно? 13 этаж. Да ты не волнуйся. Мы с ребятами договорились, мне там брезент натянули, все нормально будет. Тут неожиданный звонок. Этот любовник сразу раз в окно. Жена идет, открывает дверь, там просовывается голова, говорит: Вока у вас? Передай ему, что у нас брезент порвался.